Девчоночки, добрый день, доброго времени суток вам. И я продолжаю видеообзоры на новые гель-лаки, которые у меня появились в последнее время. Сегодня перед вами гель-лаки Patrice Nail. У меня здесь по два оттенка из двух коллекций. Одна коллекция Skyline и вторая коллекция Podium. Эти все гель-лачки с блесточками. Значит, Skyline оттенки V4 и V2. И Podium оттеночки 101 и 105. Вы уже видели предыдущее видео с гель-лаками этой фирмы. Я вам рассказывала, что флакончики по 8 мл. Кисть очень удобная, упругая и хорошо распределяет материал на ногтевой поверхности. Очень хорошо заходит в зону боковых валиков под кутикулу. В том видео, в том ролике у нас были цветнички. Сегодня у меня на обзоре гель-лаки с блесточками. Такие коллекции просто шикарны, действительно, хоть на Podium с таким маникюром. Поэтому давайте приступим к выкраске и вместе с вами посмотрим. Первый оттеночек V2. И это вот такая вот шикарная блестяшка малиновая с мелким-мелким шиммером. И второй номер у нас V4. Это красивый синий с мелким шиммером. Девчонки, смотрите, какая прелесть. Очень мелкие блесточки. Переливаются голубым и серебряным. Сейчас мы вместе с вами их нанесем на типс. Значит, малиновый оттеночек. Смотрите, какая прелесть. У меня очень много таких гель-лаков с блесточками. Я их все просто обожаю. Для каких-то торжественных мероприятий такой маникюр будет просто шикарен. Смотрите, какие блесточки. Мелкие-мелкие. Очень ровненько расположились. Ничего нигде не торчит. Как видите, поверхность просто идеально ровная. И какой шикарный блеск. Это при освещении искусственно. Представляете, что будет с этими ноготочками на улице, когда будет блестеть, светить, вернее, солнышко. Гель-лак нанесла пока в один слой. Сейчас посмотрим в дальнейшем. Может быть, нанесем второй. Следующий оттенок V4. Шикарный синий, просто шикарный. Я обожаю все синие оттенки. Поэтому еще один гель-лачок в моей коллекции теперь. Тоже наносится равномерно. Кстати, хочу заметить, что здесь основа гель-лака в синем немножечко голубоватая, поэтому, как видите, оттенок более плотный. В малиновом в этом варианте основа практически прозрачная, как витражная малиновая, поэтому, скорее всего, придется нанести в два слоя, если не хотите, чтобы проглядывал ноготочек. Смотрите, какая прелесть. Отправляю в лампу. И следующие два оттенка из коллекции Podium 101. Здесь уже у нас шиммер покрупнее. Смотрите, голографические блесточки и желтые. И оттенок 105. Розовые, красные и голографические. Эти два оттенка на прозрачной гелевой основе. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас проглядывали ноготочки, то нужно нанести этот оттенок на подложечку. Сейчас мы сделаем сначала вот так вот. Я нанесу в один слой, может быть, в два, без основы, без дополнительной выкраски гель-лака. Все тоже равномерно распределяется. И, как я уже сказала, смотрите, прозрачный. Очень красивый, блестящий. Сейчас я подставлю свою загорелую ручку. Смотрите, как
прекрасно это все смотрится. Голографический перелив шикарный, действительно, на подиум. Так, и оттеночек 105. Сейчас то же самое, сначала без подложки. С этим оттеночком нужно немножечко попотеть, потому как видите, немножечко хуже распределяется по поверхности, нежели предыдущий. Но, в принципе, не составляет особого труда нанести в равномерный слой. То же самое, смотрите, какие классные блестяшки. Сейчас они в тренде, эти все голографические гель-лаки. Отправляю в лампу. Вот наши варианты без подложки. Смотрите, какая прелесть. Я просто в диком восторге. Это прозрачная основа. Я даже больше не буду наносить второй слой, потому как смысла нет. Сейчас я нанесу SK.com гель-лак 212. Это черный. И затем на черную подложечку мы с вами нанесем эти два оттеночка. Отправляю в лампу одну типсу и за ней сразу выкрасим вторую. Сейчас посмотрим, как на темном фоне это все будет выглядеть у нас. Отправляю в лампу. Девчонки, смотрите, вот предыдущие два оттеночка. Смотрите, какой классный блеск мелкого шиммера. Я нанесла здесь дополнительно второй слой. Смотрите, вот с другой стороны. Очень нравятся оттенки. Я просто обожаю такого плана гель-лаки с блесточками. Так, ну и наши подложечки уже просохли в лампе. Давайте нанесем сюда. Значит, оттеночек S105. Похоже на хлопья юки. Девчонки, на темном фоне он вообще просто шикарно играет. Смотрите, какая прелесть. Обалденно. Можно комбинировать разные фоны, и будет получаться всегда другой вариант, более интересный. Итак, оттеночек 101, золотишко с голографией. Очень тонкий шиммер, вот этот вот как фольга, просто шикарно, равномерно тоненько наносится. Смотрите, какая прелесть. Блеск просто шикарный. Отправляю тоже в лампу. Девчонки, смотрите, какая красота у меня получилась сегодня. Обалденные просто оттеночки. Кстати, вы можете видеть, что я еще не покрывала топом этот гель-лак. И поверхность просто идеально ровненькая. Очень хорошо лег шиммер. Это вот тоненькая фольга ровненьким слоем, поэтому не придется дополнительно выравнивать сверху еще топом. Обалденные просто блестяшечки. Девчонки, если кто-то из вас пользуется именно гель-лаками этой коллекции, дайте, пожалуйста, знать мне. Расскажите в комментариях под видео о носибельности их, потому как я на ноготочки их еще не наносила. Сказать вам по этому поводу ничего не могу. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео с дизайнами этими гель-лаками. На этом вам всем говорю до свидания, до скорых встреч!